Сенсорная дорожка будет готова к ближайшим выходным. В середине августа в парке Степанова дети из разных общественных организаций положили первые камни массажных тропинок. Предполагалось, что работы закончат за неделю. Предполагается, что любой житель нашего города может провести здесь прекрасное время и пройтись по этой дорожке. Я предполагаю, что в конце августа мы точно это осилим. Но все оказалось не так легко, как думали организаторы и меценаты. Чудо стоун-терапии появится в городе с опозданием. И причиной тому не только плохая погода, хотя она также помешала укладке камней. Основная проблема – сложность работы. На создание одного квадратного метра сенсорной дорожки требуется целый день. Объект строился различными организациями, различными людьми. И было непросто организовать всех в едином. Поэтому и работы велись как бы не очень плотно. До открытия уникальной оздоровительной площадки еще необходимо убрать строительный мусор, выровнять края и поставить скамейки. Цветы и газон здесь появятся уже следующим летом, а холодной осенью оценить терапевтический эффект смогут самые закаленные. Хотя организаторы подсказывают, ходить по дорожке можно и в носках. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.